На конкурс дети читают стихи. Солдатова Анастасия, 16 лет. Город Королёв, Московская область. Маргарита Алигер. Отрывок из поэмы «Зоя». Зелёная, ну вот это я, конечно, наверное. А это подружка. Когда страна узнала о войне, в тот первый день, сумятице и бреде, я помню, я подумала о дне, когда страна узнает о победе. Каким он будет, день великий тот? Конечно, солнце, непременно лето, и наш любимый город зацветет цветами электрического света. И столько самолетов над Москвой, и город так волнующе чудесен. И мы пойдем раздвинутой Тверской среди цветов и музыки и песен. Смеясь и торжествуя мы пойдем, сплетая руки в тесные объятия. Все вместе мы вернулись в каждый дом, мужья и сыновья, отцы и братья. Война окончена, фашизма в мире нет. Давайте петь и ликовать, как дети. И первый год прошел, как день, как 10 лет, как несколько мгновений, как столетие. Год отступлений, крови и утрат, потерь не счесть, страданий не измерить. Припомни все и оглянись назад, и разум твой откажется поверить, как многих нет, и не сыскать могил, и памятников славы не поставить. Но мы живем, и нам хватило сил. Всех сил своих мы не могли представить. Выходит, мы сильнее самих себя. Сильнее камни и сильнее стали. Всей кровью, ненавидя и любя, мы вынесли, дожили, достояли. Мы достоим. Он прожит этот год. Мы выросли. Из нас иные седы. Но это все пустое. Он придет. Он будет. Он наступит. День Победы.